наш вид спорта не олимпийский, к сожалению. О, молодец! Если мы удачно выступим на программе «Минута славы», у нас есть все возможности поучаствовать на открытии Олимпийских игр в Сочи. Я девчонок знаю уже давно. Они потрясающие, в хорошей форме, очень хорошо готовы. Я считаю, что у них есть все шансы на победу. Я бы хотела пожелать своим воспитанникам удачи, чтобы они показали максимум, на что способны. Ну и, конечно, выиграть хотелось бы. Здравствуйте, мы сборная России по акробатике. Приехали из города Краснодара, чтобы попытаться завоевать право участвовать в открытии Олимпийских игр в Сочи. Это как раз та программа, которую девочки выполняли на чемпионате мира или Европы. Ну, это, конечно, облегченный вариант программы, потому что здесь все-таки сцена, а у нас там специальный гимнастический ковер, где мы можем выполнять более сложные трюки.
Надо отметить, не без юмора закончила свой номер сборная России. Это правда. Привет. Вот мне кажется, очень важно сейчас сказать. Мы говорим о номере, который мог бы принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Но если не они, профессиональные спортсменки, чемпионки Европы и мира, ну кто тогда, если не они, спрашиваю я членов жюри. Мне даже как-то неловко, что я буду как судить вот эту тройку. Я так не имею, наверное, на это права, но глядя на них, я просто удивляюсь, почему... Почему еще акробатика не стала все-таки олимпийским видом спорта? Давайте поаплодируем еще раз, пожалуйста. Да. Ну, во-первых, хочу сказать, город Краснодар – это мировой центр акробатики и прыжков на батуте. Так вот, батут уже олимпийский вид спорта. Поэтому Краснодар собирает медали все время. Да. Да еще пару лет в Краснодаре Олимпиада пройдет. Может быть. Главное, чтобы не зимняя. Я, конечно, преклоняюсь просто перед таким мастерством. Кирилл, ваш ответ. Ну, по-моему, все ясно. Конечно же, да. И однозначно это Анастасия. Анастасия Заворотнюк. Барышни дорогие, да вас не судить, вами только восхищаться и аплодировать вам. Это действительно потрясающе. И действительно, вам не в открытии, а действительно в самой Олимпиаде надо участвовать. Если меня кто-нибудь спросит, то я порекомендую. Спасибо вам, конечно, да. Большое спасибо. Ларис. Ну как я смертная могу судить трех богинь? Девочки, вы восхитительные, вы лучшие, я в таком восторге, я просто думаю о тех конкурсантах, которые будут после вас. Представляете, в какие комплексы вы их загнали? Потому что, ну, я не знаю, что можно еще, что можно выше, что можно круче. Ну, конечно, да, спасибо большое. Конечно же, да, все члены жюри аплодируют вам и желают доброго пути в полуфинал. Вы нас покорили, класс, поздравляем, очень скоро встретимся. Мы приглашаем. Пока.